Новый аукцион на установку рекламных конструкций проведут в июле. В бизнес-парке Химки прошла встреча главы муниципалитета Дмитрия Волошина и крупных рекламщиков. По итогам аукционов администрация города заключила больше 30 договоров на установку и эксплуатацию более 450 конструкций. Общий доход в бюджет составил более 850 миллионов рублей. Также обсудили планы на ближайшие 5 лет. До конца года планируют полностью перейти на цифровой формат билборда вдоль Ленинградского шоссе. Мы хотим пока начать с Ленинградского шоссе, и мы хотим, чтобы на Ленинградском шоссе были только медиаэкраны. Эта политика поддерживается нашим руководством. Мы все прекрасно понимаем, что нам нужно уходить от статики. Вот этот вопрос, наверное, магистральный, основной, как я понимаю, его бы было неплохо обсудить и получить какую-то обратную связь, или, возможно, будут какие-то предложения, мы тоже готовы. Всего на территории городского округа размещено более 500 рекламных конструкций. Это легальные. С незаконной рекламой в Химках борются. В среднем за год устраняют более 5500 рекламных объектов.